Салам алейкум, дорогие друзья. Вот, я наконец-то взял GoPro 12. Но он, конечно, сложный, чем в сравнении с моей шестеркой. Он, оказывается, настройки у него сложные. Благодаря ютуберам, которые на ютубе. У нас по настройке 12, 10, 11. Вот посмотрел, поставил настройку. Ну, теперь посмотрим. Ну, конечно, сейчас я поставил 4К на 50 кадров в секунду. Ну, сейчас посмотрим. Должно быть четко. Вот такая, короче. Я иду сейчас в сторону Ташкент-Сити. Там открылся Ташкент-Молл, что ли. 2 дня как он открылся. Или 3 дня. Ну, короче, я иду туда. Сейчас посмотрим. Я летом вообще-то, когда был в этом Хилтоне, тогда говорили, что открываться будет. Вот уже март, 1 марта, по-моему, или 2, короче, открылся. Вот теперь будем смотреть, как она будет. Да, действительно, возможность на 12 GoPro вообще много. В сравнении, чем 6, конечно. Вот передний, задний панель, монитор есть. Это вообще класс. И съемка 4К, 5К, по-моему, да, 5,3, по-моему, да. Вот такая возможность есть. Но он, говорят, меньше снимает. Аккумулятор больше пользуется. Здесь тоже больше, чем 1080. Ну, посмотрим у меня, как это будет дальше. GoPro. Сейчас посмотрим темноты, как он снимает. Это узбекистанская метростанция. Когда-то здесь ходили, это лет 20 тому назад на тренировке. Я отсюда всегда ходил на нархоз. У нас был тогда тренировочный зал в нархозе был. Да, 20 лет тому назад. Да, тогда сильно тренировались. 3 часа было тренировочное время тогда. А сейчас все это академические и всякое. Вот тогда мы сильно тренировались. Вот это Мурат Билдинг. Это уже я в этой Ташкент-Сити. Это Хилтон. Это конгресс-холл. Она вот так выглядит, Ташкент-Сити. Вот впереди как раз Ташкент-Молл. Вот он оттуда, кажется. Да. Здесь тоже должно быть вот это место. Вот так. Вот ход с этой стороны. Как правильно, Ташкент-Сити-Молл, оказывается, называется он. Как вот так правильно, кажется. Сейчас смотрим. Да, территория огромная. Я не знаю, сколько у меня хватит сил посмотреть. Или более такое место я буду просто прогуляться и все, кажется. Потому что совсем огромное. Да, территория, конечно. Ташкент-Сити-Молл называется, как правильно, вот так. Да, сразу встречает нас мэрс, вот такой красный. Мне кажется, гатли. Можно сразу наверх
сначала, потом вниз спускаться. Я думаю, вот так лучше будет. Такой матовый красный, оказывается. Мерс. Сразу вперед наверх. Потому что сверху будет совсем по-другому, а потом можно спускаться потихоньку по этажу. Хуго. Теперь все бренды здесь. Рэбок. Много даже не умеешь, как читается правильно. А, оказывается, здесь чемоданы, сумки. А здесь одежда Хуго. Хуго. Здравствуйте. Я так просто. Я думаю, лучше вверх сразу. Сверху вниз. А, здесь еще такой Мерс, что ли? Или Волво? А, Мерс. Вот такая. Это уже второй этаж. Да, Тарази когда был, я терпения мне не хватало. Она меньше, чем это была. Ну, теперь смотрим. Десен. Это уже последний этаж, кажется, там наверху. А, еще одно этаж. Четырехэтажка, что ли? Сейчас посмотрим. Сладости всякие. Здесь, кажется, машин нету. Значит, на два этажа есть машина разного света. Да, здесь все кухня, ресторан и все, кажется. Сверху вид, а потом вниз. Это последний, четвертый, что ли, это считается. Да, четвертый. Много ресторанов. А здесь, оказывается, две еще машины черные. Что, пляж? Еда, кухня, столовый, ресторан, кафе, короче, все. Ну, чисто развлекательно. По полной программе, оказывается, можно. Эти только что строят, не успели, кажется. А, детская площадка здесь. Кафе опять.
Ну, короче, совсем интересно. Есть. Здесь вот такая, которая. Что, заходить можно, нет? Да. Можно, да? Ну, короче, вот так. Или основной робототехнология, что ли. Или просто поставили. Ну, короче, это четвертый этаж, все. Сейчас по этажу посмотрим немножко. Ну, огромная территория, совсем огромная. Я думаю, вечером много людей, потому что сейчас все учатся, работают, поэтому народу сейчас мало, я думаю. Много детских площадок, короче, не скучают детей тоже здесь, если вы вместе будете ходить сюда. Да, если круговой, это терпения не хватит, потому что территория огромная. Это что? Спортивные, всякие одежды основные. Рюкзаки, спортивки. Там обувь. Здесь очки, оптика. Рюкзаки. Ну, короче, вот так, я думаю, лучше. Спускаться, что ли, или смотреть, что за бренды еще какие есть. О, мужик какой-то. Еще. Скетчер. Ну, сейчас скетчер посмотрим, какие цены здесь. 1 350 000, короче. Ну, везде, который магазин одинаковый цен, там тоже 1 350 000 можно. Ну, короче, так. Везде, почти. Вечер. А это, блин, скетчер сколько стоит? А, 550 000. Вот такая, короче, ХБ. Или современный материал, ну, короче, 560 000 стоит. Выборов много, скетчеров, конечно. Вот этот. Ну, короче, много брендов разных. Вот Рейбок. Здесь много ассортимента. Это юношка, что ли, или детский, женский? Рейбок. Thank you.
футболка, толстовка, кроссовка. $540 000. 230 000 футболка. Лодка. Здравствуйте. Вот такая кроссовка сколько стоит? 1 079 000. Рыбок. Адидас. Сколько стоит? 1 850 000. 60. 1 860 000, оказывается, Адидас. Пума. Ну, короче, много брендов уже есть. Ну, короче, достаточно, я думаю, кому нужно. А, Диспорт уже здесь взял свою территорию. Да. Он был совсем дорогой в Ташкенте, он еще дороже будет. Или конкурентет может не так. Будет, может быть. Обычно намного чище. Ну, можно уже спускаться. А, мне надо сюда. Да, оттуда, короче, подняться, значит. Вот батарейк, смотрим, насколько хватит на 4К. Уже 54%. Я уже сколько? 21 минуту только в этом Ташкент Сити Молл снимаю. 54% остался. Заряд. А, что здесь оказывается? Мерс. Гелик. Вот такая. Можно спуститься теперь уже. Или он на первом этаже, что ли? Вот черный матовый. Что за матовый? Значит, открытие будет, президент сегодня будет, оказывается, поэтому вся структура здесь, все собрано. Ну, я уже заканчиваю, все, уже достаточно. Короче, он вот так выглядит. Да, Ташкент Сити Молл. Хуш келипсиз, Ташкент Сити Молл, да. Да, действительно огромный, огромный. Терпения не хватит полностью посмотреть. Я даже так быстренько прошел и все. Кажется, с четырех сторон ход есть, кажется. Еще подземка здесь.
Да, работники. Подземная парковка, не знаю сколько, ну конечно огромный, потому что сам территория огромная. Здесь тоже должно быть 2 или 3 этажа, может быть. Вот главный ход. Большую дорогу, вдоль дороги главный ход. Я заходил со стороны Ташкент-Сити территории. Процентов заряда остался уже. Погода сегодня вообще классная. 11 градусов будет плюс. Поэтому четко. Анхор течет. Вот так протекает Анхор. Метростанция Космонавтлар. Погода великолепная сегодня просто. Книжный базар. Твои? Почем? 120, 150, 180, 180. А это? Это 200. А это роза? 250. Молодец. Удачи тебе. Приятного. Это ЦУМ. Это старинный. На втором этаже вело отдела, как вот здесь. Посмотрю, что здесь есть. Подарки всякие. Что не видят, вело магазин. Посуды, всякие, мебель. На третьем, что ли? Да, уже здесь уже пустой. Не так, как раньше. Салам алейкум. Веломагазин, хайта? Икинчи тэжди, икида ёк, учка чихбет ту? Я икида бар. Хайта да? Икида бучана бар, видим. А, рахмат. Красота, на. Втором, где-то. Хотя не видел. Да, пустует. ЦУМ. Здесь что ли вело? Да, вот здесь оказывается. Вело. Да, отделение.
и одежды. Здравствуйте. Да, да, сколько она стоит? Вот это? Да, вот. Только повесили. А, только повесили. А этот какой? Основная. Лишний, да, отдел, оказывается, у вас? Или вело тоже? 2640. Комплект в месяц, да? 2640. 2 640 000, да? Да. Ага. Комплект или вон одна? Нет, это одна. А это что? Брюк отдельный, что ли? Да. А, каждый отдельный. А он что, для вело или что? Или для... Для икора, он не промокает. А. Он универсал, да, короче? Да. Понятно. 2 600 000, да, сказал? Да. Спасибо. Хороший байк этот, горный. Есть. Покажи. Пожалуйста, куб. Это что, куб? Куб, да. А, что за оборот? А, нет, не это такой. Двухподвеска. Двухподвеску не надо? Нет, просто вот такой. А, вот. Это чья вот эта фирма? Это Витор. Это чья фирма это? Так, Витор, у нас сейчас скажу, чей был. Секунду. Оборудование что там? Там Шимана стоит. Ага. Шимана какой? Dior, XT, SLX. У него, кажется, SLX стоит. А, понятно. Короче, товара много стало, да? Да. Сто девяносто, да, это? Да, там. Да. 70, да, да, да. Он большой просто. А каремат сколько? Каремат, да. Там разные. Вот этот 160 000. Да. Ага. А, вот это, да, разные. Да, говорят. Да, да. Ага. Разные. Но они где-то 1.5-2 метра. А это что? 2 метра. А. Это на мой рост, да, значит, да. 1.5, если. Что там написано сразу? Ну вот эти 2-метровые они. А, ага, 160. Да. Почти, да. $320, да, это комплект стоит? Да. Ага. Ну, нормально. Литр, да? Угу. Кажется. Как он открывается? Стэнли? Да. Что там есть? Посуда? Ложка. Ложка. И две косочки. А, ну, чашка, вот да. Ага, такая, да. Понятно. 320. Да. А это что? Не, подождите. 320, это вот он. А, вот он, да? Да? Ага, понятно. Это чуть. Это 500 000. А, вот, я думал, нормально, оказывается. 500 000, но тут, а, как бы, да, он компактный. Ну, да, понятно. Это что, спальник или? Это палатка. 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 А палатки открытые есть, можно посмотреть? Их надо открывать. А что, сколько стоит это? Так, он двухместный, он идет 1 760 000. Ага. Одноместный тоже есть. А, нет, одноместный обычно. Вот это спальники, да? Да. А чем он? Ну, вообще рост большой. Да, они там разные. Да. Трампы есть. А почем? 1 440 000. Угу. Комфорт -10, ага. Лимит -15, экстрим -30. А вес? Почти 2 кило. А это что, маленький? Тоже? Сколько она стоит? 2 миллиона. 2 410 000. А это вес сколько? Меньше, да, здесь спальник? Поэтому он маленький. Так, а вес кило чем-то, да? Где-то... Да, где-то так. Кило 400, может, где-то да? Так. А, кило 200. А, кило 200. Да. 1 000 000. 2 миллиона. 2 миллиона 400. Да. Есть? Есть. Вот, пожалуйста. Не дошли. Спасибо. Пожалуйста. Вот. Ассортимент много стало. Харо. Харо. Это Грево. Короче, много чего ассортиментов. Остался 19%. Ну, посмотрим. Он сколько времени подтянет на 4К. 50 секундов кадра, кажется. %10 остался заряда. Посмотрим, сколько минут на 4К полный заряд хватает. Заказ пришел, надо получить. Вот иду, чтобы получать заказ. Еще 2 или 3 заказа остается.
Весна у нас в Узбекистане обалхалась. Сегодня уже 5 марта. Уже второй день солнца. С 12 февраля до 3-го, 4-го что ли? Да, до 3-го было холодный, снежный был. Уже сейчас лучше, солнечный. Новая стройка здесь, одноэтажные дома было, сломали, построили, значит, уже заселились или еще не полностью. Первый этаж сейчас полностью везде магазин. Где дом строится, первый этаж всегда магазин строят, продают. Застройщик магазин строит, в аренду сдают.